Сегодня в Форе я купил вафли. Торговая марка Рошен. Незелнат. То бишь лесной орех. Стоит 20 гривен. 216 грамм. А с гривен это где-то около 70 центов. Сделано в Украине. Состав. Так, изготовитель. Состав: мука пшеничная, сахар, жиры, пальмоядровое масло, ядро ореха фундука, жареного, тертое, 7% начинки, порошок, соль, эмульгатор, масло подсолнечное. Ореховая начинка 75%. Угу. Так, ну что? Открываем, смотрим. Ну, такие вафли. Ну что, пробуем. Да, вкус шикарный. Ореховый шикарный вкус. Будем брать.